Байкальский танцевальный фестиваль пройдет с 10 по 21 августа. Он объединит на одной сцене солистов театров Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми и Астрахани. В этом году масштабное мероприятие посвящено теме экологии, актуальной не только для Байкала, но и для всего мира. Мы хотим донести через культуру, что это важная проблема, и сейчас нужно задуматься об этом. И на мой взгляд, что чем выше культура в регионе, тем ниже стоит вопрос экологии. То есть экология впрямую зависит от культуры человека, а мы должны как раз этим вопросом задаваться и думать, и что-то делать по этому поводу. Вот мы решили через тело, через фотографию показать вот эту проблему. Артисты балета совместно с волонтерами уже провели несколько уборок мусора на берегу Байкала, после чего организовали фотосессию, посвященную теме экологии. Результаты можно будет увидеть на фотовыставке с 10 по 19 августа в торговом центре «Форум». Помимо фотографий, зрителей ждет насыщенная культурная программа. 18 августа состоится главное мероприятие фестиваля – гала-концерт, в котором примут участие выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа разных лет. Зрителям подарят настоящий праздник. Они смогут увидеть постановки классической и современной хореографии от заслуженных российских и зарубежных балетмейстеров. Изюминкой фестиваля станет опен-эйр на Байкале. Пройдет он на территории особой экономической зоны Пески 20 августа. Начнется все мастер-классом по классическому балету для всех желающих. То есть будут выставлены станки, и можно будет на берегу Байкала попробовать себя в балетном искусстве. Следующий мастер-класс это будет по современной хореографии. Кстати, его будет проводить сам Павел Окунев, тоже для всех желающих. И уже заключительным это будет всем известная наша уже программа, которая идет практически сезон в этом году. Это программа про балет с участием также приезжих артистов. Для зрителей это уникальная возможность познакомиться с искусством балета и погрузиться в эту профессию. Анастасия Брянская, Нима Родная, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».